Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем имитацию паденочки с использованием крыла Whale Wing. Вот такая вот у нас получится по итогу паденочка. Здесь я использовал 17-19 размер крючка. Ну, будем вязать на номере немного покрупнее для видео. Для видео мы будем использовать 15 номер. Убираем. Устанавливаем крючок. Крючок мы используем для сухих мушек. TMC-102Y. Такая маркировка 15 номера. И приступим к монтажу. Монтажная нить у нас Uni Trico 17.0. Хорошая монтажная нить. С ней очень хорошо работать с мушками на маленьких размерах. Фиксируем монтажную нить и проматываем до середины цевья. Излишки отрезаем. Проматываем монтажную нить до середины цевья. И возвращаемся наполовину обратно вот сюда. Данная точка будет являться точкой крепления нашего будущего крыла Whale Wing. И приступим к установке непосредственно самого крыла. Для этого нам понадобится перо покровное селезня. Вот такое. Очистим перо от пуха. У нас получается вот такое перышко. Далее мы отводим бородки пера назад. Вот таким вот образом. Разглаживаем. Перехватываем другую руку. И что мы делаем далее? Ну, вот так вот мы все поправили назад. Далее мы должны с вами вот так вот пальцами выгладить, прогладить бородки пера, и длина крыла у нас должна составлять примерно длину цевья. Поэтому мы отмеряем длину цевья примерно по длине настинки пера. Ну, в этой точке у нас где-то будет крепление пера. Далее, прогладив, выровняв бородки, перехватываем пальцами правой руки и уже пальцами левой руки поджимаем вот эти бородки, сжимаем вместе. Вот так движением снизу и сжимаем. Снизу и сжимаем. Получается вот такая вот конструкция. Далее мы прикладываем перо к точке крепления. Накидываем петлю. И затягиваем, делаем пару крепких фиксирующих оборотов. Проверяем теперь, чтобы перо у нас лежало, ось пера ровно по цевью. Вот таким вот образом. И далее закрепляем окончательно перо. Промотав где-то примерно до середины цевья, излишки пера мы отрезаем. Отрезаем
под наклоном, таким вот образом, для того, чтобы сформировать более плавный переход от пера к цевью. Раскручиваем монтажную нить до плоского состояния и продолжаем фиксировать перо вот таким вот образом. Вот что у нас с вами получилось. Уводим монтажную нить к началу загиба. Это будет точка крепления хвостика мушки. Для хвостика мы будем использовать синтетические волокна. Вот такие вот. Он называется Mayfly Tails. Отбираем три волосинки. Три остинки, так сказать. Вот. И отмеряем длину. Длина у нас должна быть чуть-чуть больше длины тела. Точнее, длины цевья. Ну, буквально чуть-чуть. И фиксируем поверх цевья данный материал. Поправляем также, чтобы хвостик смотрел вдоль цевья ровно. Таким вот образом. И фиксируем до момента, где у нас происходит переход от цевья к перу. Вот до вот этого момента. Излишки отрезаем. Вот такой вот у нас плавный получился переход. Далее мы с вами видим, что у нас хвостик такой вот сросшенный, хотя там три ворсинки. Для этого нам надо ворсинки эти развести. И обычно вот эти ворсинки разводят монтажной нитью. Но монтажная нить, она будет загромождать тело, делать его толще здесь у основания. Ну, нам это не хочется, и мы сделаем по-другому. Разводим волокна по сторонам, как они должны быть у нас. Вот таким образом. Немножко приподнимем. Поправим, разведем. Ну вот, я вижу это вот так. Вот такой хвостик должен получиться. И как сделать так, чтобы он оставался вот в таком положении, не возвращался к исходному, они не слипались? Мы добавим капельку ультрафиолетового лака, который засыхает под действием ультрафиолетового света. Совсем чуть-чуть, вот буквально, добавляем на кончик хвостика УФ-лак и засвечиваем. Все, теперь у нас хвостик останется в таком положении нужном нам и не будет слипаться. Для тела нам понадобится биот индюка, из пера индюка. Мы будем использовать вот такую. Вот такое у нас перо. Закрепляем
биот индюка. Закреплять будем вот в районе перехода между пером и цуем. Здесь вот. Для того, чтобы еще минимизировать этот сам переход. И возвращаем монтажную нить по направлению к колечку. И начинаем формировать тело мушки. И закрепляем биот индюка. Излишки материала отрезаем. Ну, а теперь самое интересное, это разделение пера на две части. Для этого мы с одной стороны от ости пера берем несколько бородок и просто отрываем их по направлению вниз. С одной стороны, и ту же самую операцию проделываем с другой. Берем несколько бородок с противоположной стороны ости пера и отрываем практически готово. Вот эту центральную остинку мы удаляем, она нам не нужна. Торчащие вот эти оставшиеся бородки мы также подрезаем. И поправляем наши крылышки. Разводим их назад. Поправляем все это дело. И у нас получаются такие замечательные крылышки Welly Wing. Ну и теперь нам надо закончить мушку. Для этого мы добавим торакс и имитацию ножек из CDC пера. Перо будем использовать цвета Rusty Brown. Вот такое. Далее нам надо сделать даббинговую петлю, но мы ее будем делать, просто раздвоив монтажную нить. Вот таким образом.
Далее помещаем. Так, секундочку перехвачу. CDC перья. Открываем нашу даббинговую петлю и помещаем там CDC, оборотки CDC пера. И немного поправив, скручиваем обратно нашу монтажную нить по часовой стрелке. И приступаем к формированию торакса, ножек. Пару оборотов сзади крылышек. Пару, даже один оборот, можно восьмерочкой между крыльями. И несколько оборотов перед колечком. И теперь можно взять узловяз и сделать финишный узел. Монтажную нить удаляем. Поправляем крылышки вот в такое положение. Поправляем бородки CDC пера. Вот здесь они сверху. Ну, нам они, в принципе, сверху здесь такие торчащие не нужны. Мы их можем позволить себе подрезать. А вот вперед несколько бородок вот выдвинуть можно таким образом. Вот такая вот у нас получилась с вами мушка, подъемка с крылом Whale Wing. Вяжется быстро, просто.